Добрый день, друзья! Сегодня хотелось бы рассказать вам о вспомогательных навыках, необходимых для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Как вы догадываетесь, речь пойдет не об умении говорить или о навыках аудирования или письма, не о владении грамматикой, а о сформированности вспомогательных навыков, которые, собственно, и являются ключевым фактором, который проверяется на экзамене, а именно умение распознать перефразированный текст и уметь переформулировать задание самому. Вне всякого сомнения, каждый, хотя бы раз выполнявший типовые экзаменационные задания, обращал внимание на то, что вопрос к тексту – это не прямое цитирование исходного текста, так же, как и вопрос к аудированию – не повторение прозвучавшего. Задания к тексту, прочитанному или услышанному, всегда переформулированы. Как правило, они задаются с помощью более нейтральной лексики. В исходном же тексте часто использованы фразовые глаголы, коллокации, идиомы и так далее. Что касается диалогов в аудировании, там часто встречаются разговорные идиомы и клише, которые нам нужно распознать в задании. Очевидно, что решается это наращиванием словарного запаса. Представляем вашему вниманию фрагмент из реального демо-варианта с глаголом «to wear». В диалоге обсуждается покупка одежды и аксессуаров. Задание взято с сайта Macmillan. Одна из говорящих, Джессика, использует в речи фразовый глагол «wear out». «You don't need to wear something out to buy another one». You don't need any reason at all. Однако на вопрос Jessica believes that when you buy something new, you... Нам предлагаются следующие варианты ответов. Should always have a reason. Can just buy it if you want it. Should ask other people first. Зная выражение don't need to, мы можем догадаться о правильном ответе, а можем и не догадаться. Для того, чтобы знать правильный ответ наверняка, нам совсем не помешает знать фразовый глагол to wear out. Особенно учитывая, что он используется не только в значении «изнашиваться», «приходить в непригодное для носки состояние», но и в значении «занашивать до дыр». «Совсем не обязательно занашивать что-либо до дыр, если ты хочешь купить что-либо новое», — говорит Джессика. «Для этого нет никаких причин». Подобное задание может встретиться в других разделах экзамена, например, чтение, а также выручит вас при выполнении письменного задания 40 для перефразирования задания эссе. Welcome to Smart Banana School!